Как рассчитать размер алиментов на содержание несовершеннолетних детей, если плательщиком алиментов является индивидуальный предприниматель, имеющий нерегулярный доход? Алименты могут быть установлены по соглашению между родителями, либо по решению суда. В соответствии со статьей 98 Семейного кодекса Республики Узбекистан, родители вправе по соглашению между собой установить размер и порядок выплаты алиментов. Данное соглашение должно быть заключено письменно и нотариально удостоверено. В таком случае соглашение будет иметь силу исполнительного листа и будет являться обязательным для исполнения плательщиком алиментов. Если между родителями не достигнуто добровольного соглашения о размере и порядке выплаты алиментов на несовершеннолетних детей, то размер алиментов устанавливается судом. На одного ребенка 1/4 часть заработной платы или иного дохода, на двух детей 1/3 часть, на трех и более детей половина заработка либо иного дохода. Так как в данном случае плательщиком алиментов является индивидуальный предприниматель, который, как правило, имеет нерегулярный, меняющийся в сумме доход, то суд вправе установить размер алиментов в фиксированной твердой сумме. Правильность и своевременность оплаты алиментов проверяется государственными исполнителями.